Избраны новые акимы сельских округов Бурабайского, Жаркаинского, Игындыкольского, Есильского, Биржансал, Зериндинского, Целиноградского районов. Участвовавшие жители проголосовали за кандидатов и сделали свой выбор. Они надеются, что будущие акимы будут благоустраивать и развивать свои села. В Чаглинском сельском округе состоялись внеочередные выборы акима. Отдать свой голос на 5 избирательных участках могли свыше 1800 избирателей. Избирательный участок номер 506 расположился в средней школе села Шагалалы. Первые голосующие начали приходить рано утром. Отметим, здесь проживает 7 лиц с инвалидностью. Для тех, кто по состоянию здоровья не мог прийти на голосование самостоятельно, организовали выезды на дом. В избирательной комиссии участка трудились 5 человек. На 506 участке 358 жителей активно проявили свою гражданскую позицию. Количество избирателей на нашем участке 585 человек. Ну, как правило, по закону, мы открываем участок 7:00 и начинается голосование. Проходит голосование до 8 вечера. 8 часов мы закрываем дверь и начинаем подсчет голосов. Выберу, конечно, акима. Надеюсь на эту кандидатуру, что будут какие-то положительные движения по поселку. К лучшему, конечно, не в худшую сторону. Главное надеяться. Всего в сельском округе проголосовало 1106 избирателей. По итогам выборов акимом Чаглинского сельского округа Зериндинского района был избран Аслан Махамбетов, уроженец села Шагалалы, 1975 года рождения, набравший 937 голосов. В селе Игындыколь избирательные участки открыли свои двери в 7 утра. В течение всего дня сельчане принимали участие в выборах акима. В селе Игындыколь функционируют 5 избирательных участков. По данным территориальной избирательной комиссии, в селе насчитывается 2213 человек, достигших 18-летнего возраста. Всего в выборах на пост акима Игындыкольского района участвовали 2 кандидата. По итогам голосования акимом округа стал Дархан Топалов. В Жанодолинском сельском округе Жаркаинского района только 55% избирателей приняли участие в избирательной кампании. По итогам выборов акимом сельского округа назначен член партии Аманат Канат Сагенбаев. В силу современности народ вправе добровольно избирать акима села. Думаю, выборы проходят в хорошем настрое. Люди приходят, отдают свой голос нужным людям. Выборы идут. С плановыми памятками акиматы ознакомлены. Народ массово приезжает и голосует. Мы надеемся, что все пройдет справедливо. Пусть наше село будет обновлено. В Есильском районе избраны акимы села Орловка, Женеспайского и Свобододненского сельских округов. Из 493 жителей, включенных в списках Женеспайского избирательного округа, проголосовали 290 человек. 8 бюллетеней признаны недействительными, 22 голосующих против всех кандидатур. В результате акимом Женеспайского сельского округа был избран Сагдат Тикиман. Он работал главным специалистом аппарата акима села Икидин города Аркалык. Акимом села Орлов назначен Марат Есенбаев, а на должность акима Свобододненского сельского округа Нурлан Саматов. Марат Есенбаев работал руководителем отдела аппарата акима Есильского района, а Нурлан Саматов – заместителем акима Есильского района. В Веденовском сельском округе Бурабайского района проголосовало более 350 граждан. Для людей, которые не смогли прийти на участок и проголосовать, было предусмотрено 16 специальных передвижных урн. В результате подсчета бюллетеней 14 признаны недействительными, 89 имеют знак против всех. В выборах участвовало 2 кандидата. В результате акимом округа был избран Рахат Сыздыков. За него отдали 207 голосов. В Алихановском сельском округе района Биржансал состоялись выборы акима. В список избирателей было включено 160 граждан, из них проголосовали 88. По итогам избран акимом Нурбек Шакиров. В Арайлынском сельском округе Целиноградского района также состоялись выборы акима. Всего задействовано 5 участковых избирательных комиссий. Количество избирателей в данном округе было около 2000. Из них приняло участие в голосовании 533 человека.
Всего 3 кандидата самого движенца. По итогам выборов избран акимом Арайлынского сельского округа Зейнгула Айтимбетов, проживающий в селе Тонкирис Арайлынского сельского округа. Вероника Цветкова, Фариза Салбекова, Эльмира Успанова, Павел Соловьев, Кокше, Акпарат.